Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, давай посмотрим, что нам принес Беззубик. Так, рулетка. Мне что-то подсказывает, что опять этот тусклый янтарь, да? Рыбу. 60 миллионов. Ну, спасибо. Оу. Завершите приключение Икинга и Беззубика 10. Еще один день. Еще одно приключение. Редкий набор. Ох, спасибо за такой набор. Ой, ты посмотри. Скорожал у меня есть, ребят. Скорожал у меня есть. Так, ну я его размещать не буду. Я его... Нет, я его размещу в ангар к себе. Потому что выставлять, ну, его, ребят, нет смысла. Но то, что мне железо подкинули и рун, за это отдельное благодарствие. Так, ну что, у нас даже еще эти олухи не пришли, да? Не приехали. Не прилетели драконы с задания. То есть буквально, хотя прошло времени-то сколько? Да прилично прошло времени. Опа, да что же такое-то, ребят, это же просто пруха какая-то сегодня. Сегодня просто пруха. Ну, должно же было когда-то мне повезти. Согласись. А то мне постоянно только тусклый янтарь этот выдают. Давай, забираем. Отправляем. Отправляем этого парня. Опять же, за поисками. Также и этого. Давай за древесиной. Ты за рыбой. Вперед, как говорится, и с песней. Кто у нас еще тут прибыл? Кто закончил поиски? Ты? Молодец. Вперед. Нечего прослабляться. Так, у нас домик завершился. Вот так вот он стал выглядеть. Вот так вот он стал. Вот три домика у нас тут замечательных стоит. Этот уже принес нам еще железо. Этот принес нам еще железо. И что еще тут у нас? Что еще мы можем здесь забрать? Этого я не отправлял, потому что элементарно не хватало древесины. А без древесины фиг ему делать. В приключение, наверное, да? Давай отправим в приключение, пускай он летит. Наш Беззубик. Древоруб. А что-то древоруб-то мало. Там всего 7 миллионов рыбы принес. Ну что-то вообще как-то... Вообще мне не понравилось, ребят. Так, ну что, давай смотреть, сарделька. Что там у тебя? Выпадают руны. Ну, руны нам всегда нужны. Не закрывайте ворота. Задание такое называется. Неизвестный вор. Пускай идет, ищет этого неизвестного вора. Здесь драконы хотят поиграть. Я тебе сейчас поиграю, драконы. Апорт. Пускай там прыгает, тренируется. И Грамгильда. Роза ветров. Можно было бы, конечно, взять и ночные жути. Так, Йохан, ты у нас... как всегда свою ерунду он там показывает. Никому не нужную. Так, монетки Одина. Шторморез, Громель, Громобой, Защитник. В принципе, больше тут ничего такого хорошего нету. У нас пак один готов на открытие. Так, опять Шторморез, Громобой, Душитель и все. А событие точно доступно? Дай-ка я гляну. Оно будет нам доступно через 17 часов 17 минут. Это я что-то клопухнулся, что ли, получается, друзья? Или так мало времени прошло? Я не понимаю. И что же мне тогда прикажут здесь делать? Закончить вот так вот тупо серию, ну как-то не солидно, ребят. Совсем не солидно. Слушай, а ты, Виброн, а ты сколько у нас добываешь и чего вообще? 46 тысяч в час. Слушай, ну как-то он не особо такой мощный именно по добыче. Ну чё, пойдем опять за паками вождя или чё? Сколько?
Сколько ты? 3 миллиона. Ну давай, полетел. 1. Всего лишь одну руду он приносит мне. Нету. Единственное, что я могу, если за древесиной, попробовать открыть пак. Подожди-ка, он как у нас там? Ресурсы, да? Черт, не то. Да не то. Вот сюда вот надо зайти за монеты Одина. Блин, прикольно, да? Трупожабка. Фига себе название, трупожабка. Трупожопка. Так, ну что, давай древесину заберем. Да ладно, блин, еще и не хватило. Ну ты... Просто не хватило нам. Давай тогда этого отправим. Пускай хотя бы он летит. Так, ну что, ребят. Ну, раз уж я зашел в игру, давай тогда отыграем. Ну фиг ли, ребят, ну не закругляться же, блин, на этом. Давай попробуем тогда 2 пака вождя набить. Так, смотри внимательно у нас тут. Опять этот. Его бы, конечно, надо бомбить, но вон тот, он душитель. Если он сейчас еще сделает понижение брони. Блин, да они тут все мощные. Ну, понятно, короче, почему-то я так и думал, что сейчас мы с тобой потеряем Барсика. Он добьет, наверное, его, да? Он не добил, но то, что вот он энергию поедает у нас очень люто, это есть такое дело. Пока, Барсик. Вот как вот тут, блин, сыграть? Сейчас опять, хоп. Видишь, минус 2. Сразу же всю энергию. Тьф. А этот дурачок будет нас бомбить, таранить. Вот в кого он побежит? В штормореза. Соответственно, он сейчас еще разочек ударит. Но потом мы сделаем... Что мы сделаем? Мы сделаем понижение брони ему. И вот так вот. И добиваю. Не то, подожди секунду. Да, теперь мы его добиваем. Вот так вот. Ну и прекрасно. Вот они стоят. Я, кстати, знаешь, что думаю? Может быть, мне вместо Барсика взять ветрокрыл? Давай попробуем, что из этого получится. Или же вместо... Или же вместо кривоклыка. Но я почему склоняюсь, что лучше вместо Барсика взять. Ну, попробовать. Че, как говорится, теряем. Разочек же можно, да? Так, вот тут смотри, тут у нас небольшие проблемы возникают. То, что если этот хмыреныш наберет 4 энергии. Какие 4 там? 5. Так, ну это тратит, отлично. Так, ну мы его уничтожим. Звуки опять куда-то пропали. Давай уничтожаем. Нормально. Так, вот он остался один. И вот сейчас-то, вот как раз сейчас, ребята, он будет делать свои пакости. А именно замораживать. И не факт, что все выживут. Скорее всего, шторморез, ребята, погибнет. И следом Барсик, да? Да, я почему-то так и думал, что не получится. Не получится добить. Ладно, шут с ним. До свидания. Так, давай-ка поменяем. Вместо Барсика возьмем ветрокрыла. И просто посмотрим. Кстати, ты видел, да, что мы получили редкий пак? Это хорошо, ну... Будем смотреть, что у нас из этого получится. Единственное, что, конечно, он, ребята, очень слабо атакует. Я про штормореза. Про ветрокрыло, ё-моё. Это что у нас? Это хиляться он будет. Ага, вот что он делает. Ну, мы можем либо хильнуться сейчас... Что, в принципе, я не вижу, ребята,
причин нахиляться здесь. А вот заморозку я, пожалуй-ка, влеплю сейчас просто от души. Просто, ребята, от души. И урон-то, посмотри, он не очень большой урон наносит. Так. Нормально. И вот то, что мне нравится, что он по чуть-чуть, но все-таки отхиливается. Сделаем вот так. Сейчас побежит, наверное, да, я так понимаю, к столом-то. Будет бежать, сломя голову, или не побежит? Что-то мы как-то по инициативе, ребят, вообще тут бомбашим, разбираем одного за другим, прикинь. И все звуки пропали. Вообще все. Все звуки, которые были, должны были быть. А, давай вот так вот. Вот и все, в принципе. Слушайте, ребята, знаете, что я смотрю? У нас даже пак вождя еще не отошел. Прикинь, я там пытаюсь набить его, а он через 9 минут только откроется. Вот, кстати, вот. Редкий пак нам выпал, ареновский, что очень даже хорошо. Слушай, ну тогда здесь делать мне нечего, вообще нечего. Рано я зашел, ну я не знаю, выкладывать эту серию или нет. Выложу как... Ну, просто. Просто выложу, да и все. А сейчас пока качну всяких мелких. Огнепеков там. Алая плеть. Расширить академию. Да не буду я пока ничего расширять. Бим. У нас даже тренировка еще, ребят, не закончилась. Там еще все в тренировке. Ну, друзья мои, что я тогда могу сказать? Будем закругляться. Серия получилась слишком короткая, но... Дюнный червь. Фига себе, дюнный. Сколько тут этих драконов? Их немерено в этой игре. Да, тут только вариант, ребят, заканчивать и ждать, когда все это откатится. Это уже, получается, завтра тогда будет, да, все. Ну что ж, ладно, тогда всем удачи и до новых скорых видосиков.